В эти дни в Киеве побывал Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Беларуси, руководивший страной с 91 по 94 годы. Именно Шушкевич вместе с Ельциным и Кравчуком подписывал исторические соглашения в Беловежской пуще, положившие конец Советскому Союзу. Ныне проживающий в Польше Станислав Шушкевич вместе со своими коллегами из оппозиционного лагеря Беларуси приехал в Украину, чтобы поддержать людей. Мы бьемся до того, как... И у моей краине, у родной Беларуси, и у вашей краине, у Украине будовалася нормальная, правовая, демократичная держава. И вы видите, и нам перешкоджают это робить, и вам перешкоджают это робить. Але у вашем выпадку, нахабство суседа, его высших керовников, достигнуло такого уровня, что нормальный человек, кем бы он ни был, он не может это терпеть. И он должен про это заявить, должен найти людей с этим солидарных и должен супротивить этому теми сродками, какими может. Вот мы имкнемся супротивить тому издеянию на вашу судовную країну, которая переживает тяжкости и в нормальном стане, в звичайном, и якая опинулася фактично под воздействием не то, что старейшего брата, а террористичного осяроддя соседней державы. На жаль, это террористичное осяроддя, и оно эту державу теперь означает. И тому мы с вами солидарны. Зато никакой солидарности нет у Станислава Шушкевича с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Батьке досталось от политического оппонента. Станислав Станиславович называл его и нелегитимным президентом, и вовсе не белорусом по национальности. В ходе пресс-конференции зашла речь и о знаменитом документе, подписанном в Беловежской пуще. Причем Шушкевич ясно обозначил позицию Нурсултана Назарбаева в 1991 году, которая уже тогда отличалась многовекторностью. Тогда в пуще ждали Назарбаева, но тот не явился. Что-то Назарбаева. Это высокоадукованный, мудрый человек. И как человек у сходу, он не предсказал. Зауважьте, он у свой час не ведал, что отбудется у Беловежской пуши. Догадывался, что. Але он знайшов такий заход, как быть помеж Горбачевым и Ельциным. Кто из них переможет, альбо наша групповка у Беловежской пуши, альбо Горбачев, и он будет в выигрыше. И он не поехал в Беловежскую пушу, прикинулся, что по техническим причинам не может прилететь туда, когда мы его запросили. И он и теперь робит певные заходы и абсолютно докладно разумеет. Зауважьте, там Россия ж почала, там почався гудер, что великая частка территории Казахстана – это российские земли и так далее. Северной области, да. Вот. Я думаю, что... Он, повторяю, мудрый, адукованный человек, патриот Казахстана, але ніякие заходы ему не перечат. Он может действовать как диктатор, может действовать как Лукашенко, может действовать про спецслужбы. На мою думку, он разумнейший за нашего диктатора. Такой дипломатический выпад в сторону президента Казахстана вскоре стал понятен. По мнению Шушкевича, все познается в сравнении. Павел диктатор. Но он образованный диктатор, во всяком случае, не равня нашему белорусскому негру. Называть батьку негром у Шушкевича есть множество причин, в том числе и личных. Поста председателя Верховного Совета Беларуси Шушкевич лишился по результатам работы парламентской комиссии, которую возглавлял Александр Лукашенко. Затем Станислав Шушкевич проиграл батьке выборы 94-го, после чего окончательно лишился шансов вернуться во власть. Сейчас бывшему главе Беларуси Шушкевичу назначена нищенская пенсия в пересчете равная 37 центам в месяц. Вот так иногда довольно мелочно диктатор расправляются со своими политическими оппонентами.